Приветствуем вас, наши дорогие подписчики и гости канала «Садовод рулит». Мы, Лилия и Ирина, снимаем для вас видеообзоры торговых точек рынка «Садовод». Благодаря нашим видеообзорам вы можете увидеть товары вживую, без обработки и фотошопа. Сегодня мы покажем обзор осенней и зимней коллекции женской одежды. В ассортименте куртки, пуховики, плащи. Есть большие размеры. Примерку смотрите в конце видео. Приятного вам просмотра! Начинаем мы с осени. Так, девочки, показываю. Хорошие новые модели осень. Вот все вот эти вот. Вот она. Вот классная есть. Это из нового, значит, размеры 48-58 и 54-60. Вот эта моделечка, она идет двухсторонняя. Одна сторона у нее идет дубляж. Вторая сторона идет вот такая, как барашек. Такая ткань. Вот она. Классная, хорошая модель. Эти идут 54-60 размеры. Она есть в таком цвете, есть в синем, есть в бежевом. И, по-моему, в пудре она была. Вот. Это классная, хорошая моделечка. Вот тоже хорошая. Она есть в таком цвете идет. И вот она. Одна и та же моделечка. Это 48-58. Так, а сколько стоит вот та модель? Эта моделечка стоит 10 500, эти моделечки по 8 с половиной на сегодняшний день. Вот, это тоже. Это что вот из осени. Вот хорошие моделечку. Вот это такая классная Турция тоже вот для модняшек. Есть такие плащи. И вот это вот куртяшечка такая. Да, там как плащик, значит, вот там на уличке. И отстегивается здесь капюшон, и можно вот просто будет такой вот плащевый остается. Это осень. 50-60. Она стоит 14 с половиной. Так, подождите, закружилась я. Хочу это подлиннее моделечки вам показать. Осень подлиннее. Вот хорошая моделечка, двухсторонняя, идет 48-58. Размер самый большой, как на меня. Одна сторона у нее идет с буковками, вторая вот чисто черная. Под любую одежду, под спортивный костюм, под платье, вот под что угодно ее одеть можно будет. Вот плащик хороший тоже, такой тоненький. Кто женщины любят, чтобы и длина была вот не длинная, и такой вот легенький. Вот он хороший. 7 500. До 58-го. 7 500. Вот такая моделечка. Вот такая моделечка. Она есть в бежевом, в синем цвете. Значит, они идут 46-52. Вот такие вот. Тут отстегивается, значит, это можно будет отстегнуть вот рукавчик на молнии. Да, вот он. И под перчаточки или так вот одеть. Такая 9 500. Вот классная, хорошая модель. Она идет тоже в несколько цветах. Размеры, значит, 46-66. Капюшончик вот такой блестящий. Ну, любят такие моделечки, что и длина не длинная, и как бы вот такая, под что угодно ее тоже можно будет одеть. Вот такого плана. Вот 48-58. Комбинированный капюшончик такого цвета. Вот как вот графит. И сама найдет бордо. Угу. И это сидит хорошо в боковой бедрышке. Размеры, значит, здесь 48-58. Здесь очень хорошее качество. Тут хорошая плащевка, качественная. Это хорошая. 11 500.
Вот хорошая моделька, тоже новая осень. Получили ее как можно и спорт, и под что угодно. Тоже ее можно будет вот такого плана. Так, подлиннее теперь. Вот хорошая, девчоночки, новая хорошая моделька. Цвет вообще бомба. Это на таких тетечек, как я, пышных. Есть, значит, в таком цвете она и есть в бежевом цвете. Очень красивый цвет, там тоже бежевый. Смотрится она классно. Она идет с 50 по 64. Или по 66. Это новая, вот она. Очень хорошая лекала, удобная, ну, это пройма, девочки. То есть у кого ручки полные, очень даже хорошо. Тут будет удобно, комфортно. На сегодняшний день она стоит 10 500. Вот классика тоже хорошая, тоже этой же фирмы, с капюшончиком тоже. Это идет полуприталочка. Вот на синтепончике такая вот, чуть-чуть плененькая. Ну, на осень очень даже хорошо. Вот длина здесь хорошая. Кто платье носит, любит, то вот, пожалуйста, вот такого плана. Тоже, значит, они идут от 46 до 62. И стоят они 9 500. Мы недорого сейчас цены сейчас не называем. Вот такая моделечка, тоже показываю подлиннее. Вот просто сейчас осень будут спрашивать. И вот такая длина, вот ниже коленочки. Есть в таком цвете и есть в синем цвете. До 58 включительно. Размеры садятся размер в размер. Такая молния, значит, здесь. И вот планочка на кнопочках. Вот так. Так, осень. А, вот подождите, еще покажу на большие размеры. Потому что очень это многие хотят такое. Вот классная комбинированная модель. Вот она. На осень сейчас вот то, что надо. С капюшоном. С капюшончиком. Здесь она идет, сейчас я покажу. На флисе. Вот смотрите, кто любит, вот он. По спинке идет флис. Вот он. Угу. Они идут до 70-го. Тоже большие размеры такие. Они идут до 70-го. Вот цена у нее 13 500. Девочки, начинаем зима. Вот моделечка. Вот такого плана. Пух перо, мех енот, мех несъемный. Они идут с 46 до 66. Цвета черный, хаки, графит, синий. Этот мех несъемный. Тут такие штучки вот висят. Вот это ее никуда пояс сталью завязывать не надо. Это оно так и висит здесь. На сегодняшний день она 14 500. На сегодняшний день. Вот тоже большие размеры, девочки. Это новинка, скажем так. Значит, наполнитель верблюжья шерсть. Очень теплая. Там, кому надо, вот север. В общем, в те места. Очень теплая, классная, хорошая. Значит, эта ткань здесь. Ее можно будет стирать. Все вот. То есть вот. Да. А то некоторые спрашивают сразу, а как стирать? А как стирать? Это ткань, без да. Проблем. А размерный ряд какой у них? Ой, это до 66-го или даже до 68-го. Ну, в общем, короче, большие. Угу. Большие. А стоимость? 66, там его нота 70. Это цена у нее сейчас 18 500. Вот зима тоже хорошая, девочки. Классная, хорошая зима. Значит, с капюшончиком куртка. Мех, вот мех чернобурка, мех съемный. Размеры идут до 66 размера. Цвета есть разные. Есть и вот есть голубой, есть серый. Это вот эта моделечка. До 66 они идут. Угу. Хорошая фабрика.
смотрите, самое главное тепло, девочки, то, что надо было вот на зиму. И вот она идет, смотрите, я вам предыдущую показывала вот такого плана, и вот эта моделечка, вот тоже из той же серии, они идут до 72 размера. Угу. Цвета есть, значит, тут есть цвет пудра и есть бежевый, вот в этой модельке, до 72 размера они идут. Теплые, классные. Так, вот, девочки, зима. Кто любит, носит, любит носить не длинное, а вот такого плана. Она есть в синем цвете и есть, вот они, в черном цвете. Угу. Качество здесь классное, конечно. И то, что кто любит более, там, может быть, классику, вот не простёганная. Видите, какое она ровненькое здесь все это. Потому что не каждый любит, чтобы было... Простюшка. Да, и стоимость какая эта модель? 11500 на сегодняшний день. Вот это длинная, девчонки. Кто любит длинная? 1,20 м. Вот оно. Вот оно. Значит, с капюшончиком. Капюшон здесь съемный. Вот, есть в таком цвете и есть в синем. 10500. Это зима. Ой, показываю классную, хорошую новинку. Душа радуется. Хорошая модель. Любимая модель моей напарницы. Значит, в таком цвете она есть. В бежевом цвете она есть. И в синем цвете она есть. Значит, вот размеры идут 50-60. Это новая модельчика. Тёплая. По бокам здесь. Угу. По бокам здесь вот. Понятно, такие вставочки интересные. Да, и сидит очень хорошо. Очень хорошо. В бежевом цвете очень бежевый и черный. Очень классно. Синий на любителя. Так, вот это показываю я вам тоже новое. Вот тоже моделечка. Значит, в бежевом цвете она есть. Вот она в синем и в черном. Это же моделечка в трех цветах. Тоже размеры идут 50-60. Это кто любит подлиннее, потеплее. Вот такие вот кармашки здесь, как у парочки. Вот так вот. Вот можно будет капюшон тоже. Классно. Она 12500. Это такая же синяя, я вам показывала. Вот тоже еще. Тоже вот такая вот моделечка. Они идут до 56-го. Тоже зима. Новая. А здесь тоже отстегивается? Отстегивается рукавчики, как и 8, да. Понятно, и будет 3/4 рукавчик. Под перчаточки ее можно будет одеть. Мягкая такая вставка. Это цена 12500. Здравствуйте. Спрашивать, как раз сейчас померяем на вас. Вот такая моделечка, тоже длинная. Значит, наполнитель здесь идет тенсулит. Она не объемная, не толстая, но теплая и классная. То есть комфортная, удобная. Кармашки такие прямые здесь. И вот здесь по бокам вот так. Да, такие интересные моделечки. Это кто любит и кто носит длинные. Очень такая хорошая вот моделечка. Вот одна тоже из наших любимых. Значит, они идут с 48 по 66 размер. Тоже есть черный цвет, синий. Значит, они идут, вот эта моделечка без меха, а вот еще будет потом, ну, вот с мехами. Тоже вот классная, хорошая. Значит, это 10500. Угу. Без меха на сегодняшний день. Вот такая еще зима, девочки. Хорошая тоже. Тоненькая, вот не объемная, но тепленькая. В какой-нибудь модняшечке. Вот, пожалуйста. В
черном цвете, и идут размеры до 60-го. На 62 это можно будет одеть. Они так нормальненько садятся. Это 14500. А это ветровочки, то, что вот сейчас мы, да, там можно будет. Да, то, что... 3000. По 3 отдаем сейчас, да. Отдаем сейчас. А вот такая зима еще, девочки, есть. Покажу, классная. Тоже вот, кто, ну, вот, может быть, знает эти вот моделечки. Именно в такой ткани, да, очень такие приятные. Она идет до 58 размера. С капюшоном. Вот, садится, конечно, бомба. Это 14,5 до 58. Цвет есть зеленый, черный и вот такой. Так, пойдемте на уличку. Это осень или это зима? Осень. Зима, ну, угу. А, я думаю, может, я не... Вот это... И снова здравствуйте. Это зима. Классная модель, тоже новая, двухсторонняя. Одна сторона желтая будет, вторая вот она вот черная. Такая вот интересная ткань, как бархат. Смотрится как бархат, да. Так... Значит, в таком есть вот сочетание, и есть вот она вот черная, и вот такой цвет тоже. Тоже двухсторонняя, это европеечка зима, значит, на сегодняшний день 17500. Так, вот тоже такая вот, как европеечка она. Новая моделечка тоже, значит, вот капюшон этот съемный, ну, тканевый, который вот тут вот можно будет его... Это подлиннее, да. Это вот такого плана. Это 15500. Вот хорошая модель, очень классная. Она идет с 52 до 72. Модель суперовская. Отстегиваются вот рукава, и ее можно будет носить как жилетом. Такой длинный, теплый, классный жилет. Модель садится отлично, вплоть до 72 размера. То есть, прям четко садится. Хорошая модель, хорошее качество. Это тоже такая осень, ну, такая легкая зима. Вот. Ну, полные люди обычно тулупы, шубы, ну, не одевают. Вот это и на всю зиму, я думаю, да. Смотря кто откуда, да. Угу. А так вот это. Вот все, что новое, хорошее, я вам показала. Приходите, будем рады видеть. Ждем. Хорошая модель. Угу. Она внизу немножечко зауженная. Зауженная, да. Ну такая не бабская, классная. И цвет хороший, и в общем удобная, комфортная, хорошая. Угу. Это размер у нас какой? 60-й на мне. А вообще эта модель до какого размера идет? Если она идет до 60-го и до 64-го. Угу. В зависимости от, ну, какая партия на это пришла. Угу. Вот, это девочки, зима, да? Да, это зима, девочки, на верблюжьей шерсти. Значит, там наполнитель. Новая моделечка классная. Идут они до 68-го размера. Угу. Так, это ткань. Можно стирать. Можно, конечно, помню, конечно. Да. С капюшоном она, девочки, то есть можно будет. Кармашки такие очень интересные. Значит, по бокам здесь, если у кого бедрышки или чего-то, вот он расширитель. Замочек. Вот видите, насколько? Угу. И стоит такая? 18500. Куртка, девочки, бомба. Хорошая вообще. Теплая. Если, ну, кому надо именно зима, именно тепло, комфорт, уют и удобство. Угу. Спасибо. Угу. Вот тоже, девочки, зима. Хорошая. Значит, здесь идет наполнитель.
биопух. Размерный ряд какой у этой до модели? До 60-го. На мне сейчас 58-й. Это кто любит подлиннее, так чтобы... Еще она тоже можно вот так. Классно. Понятно. Тоже хорошая, удобная.